не в эту сторону. Боря! Добрый день, дорогие друзья! Вы на канале питомника Мари Мистик. Сегодня 18 октября 2021 года. У нас в Ленобласти противная погода, мелкий моросящий дождь. Боря! И мы с Борькой пошли на пруд. У нас тут два пруда. Один вот здесь, но к нему подход не очень хороший. Второй побольше вот здесь, рядом с нашим домом. Будем пытаться найти еду для нашего манго. Вот сачок, вот приманка, вот ведро. Что у нас с Борькой получится, не знаю. Погода мерзкая, поэтому долго мы этим заниматься не станем, конечно же. Ждали, когда пройдет дождь. Наши малыши уехали, пока у нас все накормлены, кроме манго. Тихо, мирно и спокойно. Хотелось бы посмотреть, что у нас есть на пруду съедобного для нашего манго. Манго – это моя рогатая лягушка, которая в природе питается себе подобными. Ой-ой-ой, видео, наверное, не получится, уже даже на камеру падает капли дождя. Вот. Вот у нас какой большой красивый пруд. И в нем водится рыбка. Рыбкой можно кормить речной. Я купила треску. И причем филе. А желательно кормить маленькой рыбкой. Не морской. Поэтому сейчас мы будем с Бориской тут что-нибудь пытаться найти. У нас обычно тут у пруда, около берега, плавают всегда мелкие рыбёхи, ищут еду на мелководье. Посмотрим, что здесь есть. Такую погоду можно, конечно, взять удочку и с удочкой тут постоять. Но я думаю, что я в сачок набросаю хлебушка. И вот здесь вот что-нибудь на мелководье попробуем с Борисиком поискать. Получится, не получится, не знаю. Боря, не нырни, пожалуйста, уже холодно. Вот. Кто-то тут, может быть, еще не совсем лег в спячку. Кого-то мы поймаем, погода отвратительная. И увидимся, дорогие друзья, в следующих видео о жизни наших питомцев. А Бориске нормально, скажем, мне нормально, и под дождем хорошо. Все, выключаю камеру, потому что ее заливает уже дождем, и мне одной рукой неудобно. Прощаемся ненадолго, увидимся в новых видео.